Друзья, всем привет! Сегодня у нас 31 октября, пора пашни. Пашем мы уже довольно-таки давно, вот, и хотел бы записать, так сказать, честный видеоотзыв, видеообзор о плуге. Плуг ПСК У5, производитель ООО НПО СУР. Вот. Почему ПСК У, не могу сказать, потому что плуг должен ПСК УМ, модификация УМ. Вот. Чем отличается У от УМ, скажу позже. В общем, плуг у нас отработал порядка, наверное, почти, наверное, 400 гектар. Смогли мы им спахать и выявили, так сказать, минусы и плюсы. В чем плюс? Как и пишет производитель, экономия топлива на гектар по сравнению, допустим, с классическими плугами, то есть у которых ширина захвата корпуса 30, 35, 40, 45 сантиметров. Да, с этим я соглашусь. Здесь ширина захвата одного корпуса 60 сантиметров. Плуг идет в сравнении, допустим, если брать ПСК 4-корпусной, то есть 2,40 захват, и брать по традиции это ПЛН 5,35, это 1,75 метра, то 2,40 ПСК 4 идет гораздо легче. Вот. Ну, это все конструктив рабочих органов. Да, с этим я не спорю. Экономия однозначно есть, потому что производительность больше и немножко тяга усилия меньше. Вот. Но не до такой степени, как пишут в технической литературе, в паспорте к плугу, да. Итак, друзья, давайте пробежимся по технической литературе, по паспорту данного плуга, какие у него заявлены характеристики и по факту, что у нас получается. В общем, плуг ПСК УМ 5 работает с трактором МТЗ-2022. Номинальной мощностью 212 лошадиных сил и крутящим моментом чуть более 900 ньютонов на метр. Вот, соответственно, на наших почвах работаем на глубину 22-25 сантиметров. Максимальной скоростью, которой данный трактор может развивать с плугом, это 7,5 километров в час. Это максимум. Вот. И давайте пробежимся. Также у нас есть еще 3-корпусной плуг. Тот агрегатируется тоже с 20-22 и развивает до 10 километров в час рабочую скорость. В моем случае вот это 5 корпусов, максимум 7,5. Так, ширина захвата 3 метра, количество корпусов 5 штук, глубина обработки от 12 до 30. Да, по глубине согласен, до 30 сантиметров данный плуг может работать, в принципе, в легкую, потому что заглубляется он хорошо, но заглубляется хорошо, и это потом я расскажу, на самом деле как. Так, далее, производительность гектар в час. По скорости максимум 10 км в час по паспорту заявлено, и при этой скорости, я так понимаю, производительность от 2 до 3 гектар в час. При моей скорости 7,5 км в час максимум получается 1,5-1,7 гектара. Производительность, опять же, в зависимости от гона. То есть 2 гектара в час я никак не могу успевать. Так, удельный расход топлива килограмм на гектар от 10 до 18 не получается у меня. У меня получается удельный расход это 22 килограмма на гектар при скорости 7,5 км в час. Да, трактор 3-й тяговый класс, 7 тонн. Крошение почвы 75-90%. В принципе, с этим я, наверное, соглашусь. Заделка стерни 95-98%.
Возможно, но на некоторых участках практически до 60% заделка, а остальные 40% не заделывается. Это в зависимости, опять же, от почвы. Так что тут вопрос спорный. Так, габариты не будем. Масса тонна. Агрегатируется с тракторами от 150 до 180 лошадиных сил. Я не знаю, какой трактор сможет потянуть с мощностью 150 лошадиных сил такой плуг. Ну, я не знаю, максимум 3 км в час, либо на глубину 10 сантиметров, или по воздуху его катать. Потому что в моем тракторе 212 лошадиных сил и, повторяюсь, более 900 крутящего момента. И то он идет довольно-таки в серьезную нагрузку с этим плугом. Так что не смотрите при покупке на мощность агрегатируемая. Мощность трактора агрегатируемая. Поэтому здесь полнейшая ложь. И как минимум сверху 30-40 лошадок прибавляйте. Потому что, ну нет, не пойдет 150 лошадиных сил однозначно. Вот. Что я хотел сказать. Далее. Какие нюансы вылезли в работе с данным плугом? Первое, это при протяжке плуга на корпусах, лемехах, отвалах. Вот 12-й гровер, 12-й болт, 12-й гайка. Соответственно, гровера все начали просто разжиматься, либо ломаться пополам. То есть гровер, комплектующие данного плуга, оставляет желать лучшего. Железное колесо. Кто смотрит обзор и смотрит его для того, чтобы прицениться, присмотреться, стоит ли брать плуг, не стоит, сразу говорю, берите на резиновом ходу. Если я не ошибаюсь, по-моему, есть вариант, либо как опция, резиновые опорные колеса. Металлические это, вот у нас сейчас чуть-чуть сверху дождичок прошел, влажная земля на 3 сантиметра промочила. Вот, пахать можно, но колеса создают некие проблемы, некие нюансы. Чистик приближаешь, колесо встает, чистик отдаляешь, и вот как-то вот таким вот темпом приходится работать. Итак, друзья, перейдем, наверное, к самому огромному минусу данного плуга. В том, что на данный момент установлен уже, я не помню какой раз, рабочие органы. То есть долото, долото, левый лемех и правый лемех. Отработал плуг 50, около 60 гектар. И появляется снова проблема в том, что он перестает просто лезть. Вот. Заданная глубина около 25 сантиметров, а идет вот он, ну я не знаю сколько здесь, сантиметров 5-7. Вот он скользит, и все. Дальше он не лезет. Не лезет. Вон там он бах, лез. Потом опять выпрыгивает. И такая проблема у этого плуга. Это его огромный минус. Я не знаю почему так. Сейчас я подниму, покажу рабочие органы. Но это огромнейший минус. И пахать данным плугом нам пришлось чуть-чуть садятся рабочие органы. Вот, смотрите. Вот эта сторона еще не вставилась, не работала. Вот это немножко подносилось. Все, плуг уже перестает лезть. Также долото. Вот, немного износ. И все. Также и правый лемех. Плуг перестает лезть. Переворачивали, потом точили шлейф-машинками, наваривали снизу сваркой. И, в общем, так как-то мы кое-как вспахали около 400 гектар. Плюс еще три поля мы оставили, потому что на них вообще отказывался лезть плуг. И выбирали поля, где помягче земля, где предшественник чиселевался. И вот такими вот моментами, такими проблемами работали с этим плугом. Плуг 4, который у нас, PSK 4, у него вертикальный лемех.
Вот, то есть у него модификация как раз U, а у нас модификация UM, то есть у нас долото, у него вертикальный лемех и то же самое левый и правый лемех. Вот, но тот плуг как бы лезет лучше, ресурс немножко рабочих органов побольше, но тоже чуть-чуть садятся. Но там износ рабочих органов гораздо больше позволяет работать, то есть изнашивается практически до болтов и потом переворачивается и снова работает. Здесь же нет, здесь же вот 50-60 гектар и все, проблемы начинаются вот такого вот характера, перестает лезть. Это огромный минус, производители, если смотрите, обратите на это внимание, либо, может быть, что-то мы делаем не так, свяжитесь, подскажите, либо, может быть, есть какой-то вариант еще по рабочим органам, усиленным или сверх там ресурсостойкими и еще тому подобные вещи, но я не знаю, это вот уже не знаю какой комплект, и каждый комплект 50-60 гектар. Все, либо точить, наваривать снизу, либо переворачивать, и можно более-менее еще работать. Но эта проблема есть у этого плуга. Это самый огромный минус, за который я этому плугу, блин, ну я не знаю. Реально, если работать где-нибудь по очень-очень мягкой почве, идет хорошо, работает все прекрасно, заделка хорошая, то есть не видно даже следов от каждого корпуса, не видно следов стыка. Ну, в общем, хорошо работает. Это как бы никаких проблем и никаких плохих отзывов. Но вот единственное, огромнейший минус и категорическое отвращение к этому плугу, это вот его рабочие органы. Блин, ну это реально. От нас, сами мы находимся в Самарской области, от нас город Энгельс, город-производитель, в 200, по-моему, километрах. То есть плуг делается на родине, а работает нифига он не работает на родине. Так что я не знаю, под кого он проектировался, под какие почвы. Но на наших почвах он работать отказывается. Большой износ рабочих органов. То ли такое качество, то ли такая закалка, то ли это для завода все нормально, а для нас это огромнейшая проблема. Поэтому имейте в виду, кто смотрит обзор для дальнейшей покупки, для дальнейшего приобретения. И эта проблема не только у нас. Я знаю по области много ребят, которые работают с такими плугами. Там 4, 5, 8, 9 корпусов. И у всех аналогичная проблема. Перестает пахать, вылезает, едет, чертит поверху. Это факт, это, блин, я не знаю, завод, производитель, если смотрите, обратите на это внимание, внесите какие-то конструктивные решения, изменения. Больше я минусов у плуга пока не нашел. Я думаю, вот этого минуса более чем достаточно для того, чтобы хорошенечко обдумать, стоит ли брать этот плуг или нет. Потому что мы реально с ним измучились. Вот, измучились. Нас агросроки зажимают, сейчас уже морозы начинают ночью нажимать, а нам нужно пахать, а у нас нету. А, да, еще один огромный минус. Находимся мы в Самарской области, я повторяюсь, в 200 километрах от города-производителя этого плуга, город Энгельс. И в одном месте только смогли найти комплектующие рабочие органы. Больше остальные на заказ, там неделя-две, 200 километров, неделю-две недели ждать рабочий орган. Ну, в общем, смогли найти только в одном месте, это торговый дом «Подшипник Маш Самара». Ребят, спасибо вам, если смотрите. Вот. Смогли только у них найти. Если бы мы не смогли найти, то, я не знаю, неделю бы трактор просто стоял из-за того, что у него из каких-то там 150 гектар сели рабочие органы, и плуг перестает работать полноценно. Вот такая вот ситуация, поэтому огромнейший минус, огромнейший провал с рабочими органами. Вот, но я думаю, что-то как-то внесут в корректив, в изменения, потому что я не думаю, что я один, только отзыв такой пишу много кто, и лично, наверное, начальству докладывал и в письменном виде. Вот, поэтому я думаю, все-таки изменения какие-то будут. Плуг хороший, рама держит, все, блин, ну классно, нормально, не тяжелый, ширина корпуса 60 сантиметров, то есть высокая производительность, 3 метра, считай, агрегат. По топливу не сказать, что много расходует, но, блин, вот рабочие органы его подводят. Сейчас
продемонстрируем, что я не вру и что плуг не залезает. Вот так вот. Вот, сейчас плуг работает, смотрите. Прекрасно. Идеальная борозда, идеальный свал. Доваливает, все хорошо, прекрасно. Но как только начинает ловить чуть более жесткий грунт, начинает вымиляться и начинаются проблемы. Вот так вот, такой вот честный отзыв. Я думаю, многим я помог с выбором решением, кто планирует приобрести данный плуг. Думайте, выбор, конечно, за вами, но по рабочим органам огромнейший минус. И тщательно продумайте, прежде чем брать. Опять же, все это зависит в большей степени от почвы. Вот так вот, думаю, видео было полезным, интересным. Ставим лайки, пишем комментарии, работаете вы с такими плугами или нет, есть у вас такие проблемы или нет. Я думаю, у 80%, кто работает с данным плугом, неважно сколько корпусов, у всех есть проблема, что вымиляется. Вот. Ну а теперь... Итак, друзья, думал я, что закончу сегодняшний ролик более быстрее и менее отрицательно скажу о этом плуге, но увы. Короче, в обед я снимал, у меня еще местами выпрыгивал. Сейчас время уже ближе к вечеру. Плуг уже начал. Итак, друзья, все. Три корпуса я поменял. Точнее, три комплекта рабочих. Теперь вот степень износа за чуть более 50 гектар. Смотрите, по толщине. Этого износа более чем достаточно, чтобы плуг перестал лезть. Также износ левого лемеха. Вот смотрите. В этой проекции он незначителен, но значительно толще стала рабочая кромка. Видите, да? Вот так вот. Все, благодаря этому плуг перестал лезть. Вот. Это максимум, на что он способен был. Вот здесь вот он поднырнул, здесь вот снова залез и опять вымелится. Комплект стоит, если я не ошибаюсь, около 13 тысяч на 5 корпусов. То есть 5 долот, 5 левых лемехов и 5 правых лемехов. Вот, ну сейчас я приворачиваю и покажу, как он полезет. Так, друзья, метра 3 проехал. Вот смотрите, какая глубина. Так, вот здесь вот я где-то менял. А, вот смотрите. Вот, опустил плуг и поехал. Сразу он ушел на глубину. А вот здесь вот, вот так вот он пахал. Вот, вот так вот. Вот так вот. А потом поменял лемеха и попер. Вот, что вы видели. Что я не болтаю. Идет полноценно глубину. Вот. В общем, еще один минус в копилку. ООО НПО СУР. Честно и независимо. Отзыв таков. Самый огромный минус — это рабочие органы. А дальше вполне все устраивает. Вот такая вот ситуация, такие вот дела. Такой вот у нас опыт с данным плугом. Еще раз повторюсь, что модификация У у нас работает гораздо лучше и с более долговечной и с продолжительным ресурсом рабочих органов. А вот данная модификация УМ, долота которых, вот этот плуг, работает гораздо хуже. Мы прям разочаровались, потому что у нас первый плуг был ушко с вертикальным лемехом. И поработав им 2 года, мы были довольны и купили
второй плуг себе, но немножко с другими рабочими органами, и в итоге пожалели. Вот так вот, такая вот ситуация. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, комментируем. Обязательно поставьте колокольчик. Всем спасибо, всем пока!